Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня с новой серией на проекте Async Replay. Сегодня у нас будет новое интересное видео. Подобное видео я уже снимал когда-то, когда у меня был бизнес на Рублевке Южного. Но сейчас я владею таким бизнесом, как магазин оружия. И я хочу записать подобное видео, но немножко в другую сторону. Что именно я буду сегодня делать? Я хочу поставить максимально низкие цены и завести полный склад в свой бизнес товаров. И посмотреть, за какое время у меня закончатся товары и как быстро будут разбирать, получается, оружие, там бронежилет и так далее. То есть видос обещает быть интересным, поэтому поставьте лайк и можете также подписаться на канал. Также, конечно же, не забывайте вводить промокод, пишите MM, седьмой пункт промокод, указать друга ютубера и пишите промокод Кирилл Гейм Капсом. За него получите 150 тысяч, поэтому берите, вводите, я вам буду очень сильно благодарен. Итак, у меня есть бизнес, получается, как я и говорил, это магазин оружия в городе Арзамас. Масс получается. И мне нужно сейчас будет завести много продуктов, чтобы было 20 тысяч продуктов, потому что именно я хочу полностью склад забить, чтобы мы точно знали, как бы, за сколько у нас идут продукты. Потому что 7 тысяч продуктов, мне кажется, это маловато будет, потому что броники там будут стоить и оружие по 1000 рублей. Поэтому сейчас я иду работать, получается, на развозчик. У меня, в принципе, скилл неплохой. Я думаю, мы быстренько это все сделаем, буквально там за минут 20. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Но хорошо то, что у меня бизнес находится в Арзамасе, и мне не придется особо далеко ездить, чтобы завести продукты. Но так мне немножко светофоры мешают, в принципе, чтобы я быстро это все делал. Сейчас я вам покажу, где находится точно бизнес, чтобы вы знали, можете там закупаться. Там и сейчас цены стоят как бы небольшие, то есть там бронежилет стоит 10 тысяч. То есть это реально хорошие цены стоят, как бы, а я сделаю вообще, чтобы максимально низкие цены были. Все, лечу, везу последнюю ходочку, получается. Последняя ходка продуктов, и у нас будет, получается, полный бизнес продуктов. Прям максимум будет продуктов, а именно 20 тысяч продуктов. Итак, пишем job, продажа продуктов, 1218. Да, ровно 20 тысяч продуктов, пацаны. Теперь что мы делаем? Во-первых, мы отключаем автозакупку. Мы ее выключаем. Так, вот, выключить автозакупку. Это я делаю для того, чтобы нам не завозили продукты. Чтобы мы точно знали, сколько продуктов у нас идет. Потому что есть такие игроки, я им, конечно, очень сильно благодарен, которые каждый день возят продукты. Но пока что нам это не нужно. Именно в этот день нам это не нужно. Потому что нам нужно посмотреть, сколько точно количество продуктов у нас уйдет за сегодняшний день. Смотрим цены. Это обычные цены. Цены, которые здесь стоят каждый день. То есть броник там 10 тысяч, дробаш 14 тысяч. То есть это реально низкие цены. Допустим, там в том же Батырево, получается, броник стоит 20 тысяч. Чтобы вы понимали разницу вообще. Поэтому всем советую закупаться именно у меня. Но сегодня, пацаны, будет максимальная просто акция. Потому что я поставлю скидку 80%. Как бы мы на прибыль смотреть не будем, потому что мне именно интересно, за сколько времени уйдут продукты. И будет ли вообще ажиотаж на то, что я поставил очень низкие цены. Я не знаю, буду ли я говорить кому-то об этом или нет. Вот, просто пишем минус 80. Все, это максимальная скидка. Ниже сделать нельзя. То есть сейчас в бизнесе стоит максимальная скидка. Это минус 80%. И давайте посмотрим цены, пацаны. Цены здесь очень сладенькие. Бронежилет 3000, дробовик 4000. Получается, очень дешевые цены, пацаны. Максимально дешевые, то есть дешевле нету нигде. Это максимум просто. Это прям максимум, потому что ниже скидку никак нельзя сделать, даже вот можете почитать. То есть ниже вообще никак. Вообще просто ни в какую. Вот такие цены будут на протяжении всего дня. Как бы время сейчас почти 9 утра. Давайте я вам покажу. То есть засекаем время, в принципе. И потом я вечером зайду там часов 8, наверное. Либо уже завтра утром зайду. И посмотрим, в принципе, уйдут ли у нас продукты или нет. Вот если что, как бы, мой бизнес, повторюсь, пацаны, в городе Арзамас. Именно в Арзамасе. То есть кто сегодня зайдет в этот бизнес и увидит цены, тому реально крупно повезет, потому что он сможет купить там оружие, чтобы, возможно, там прокачать скиллы. То есть, допустим, он сможет там купить дробаш себе, много дробаша, прокачать скиллы, либо купить СВД ПСО, да, получается, либо АК, либо Сайгу, там, обрез. То есть, у людей реально сейчас есть возможность подешевле
дешману просто закупиться. Полный склад по цене завез. Все чики-пуки, в принципе, ждем вечер, либо ждем завтрашнего дня. Для меня это будет, в принципе, несколько часов, а для вас это будет буквально секундочка. Ну что ж, вот и прошло ровно 24 часа с того момента, как я завез продукты. И, пацаны, я уже видел результат, и мне он, в принципе, понравился. Потому что хорошая прибыль, пацаны, получилась. Сколько именно, вы узнаете чуть позже. Я вам скажу так, то что продуктов уже в бизнесе нету. Короче, пацаны, что я вам хочу сказать. То, что я вчера отлично погулял, кто не видел, зайдите в мой инстаграм просто срочно, пока сторисы не пропали. Зайдите в инстаграм, посмотрите сторисы, там просто, пацаны, жестко, реально просто. Там просто реально жестко. Я вчера очень хорошо погулял. Немножко башка болит, но это, пацаны, нормально, в принципе, я думаю. Но погулял я реально от души, поэтому кому все-таки интересно, то заходите как бы в мой инстаграм, в принципе. Там все есть в сторисах. Ну и можете мои фоточки посмотреть, в принципе, кто не подписан, потому что я в инстаграм выкладываю фотки, которых, в принципе, нету нигде. Ни в ВК там, ни в рупе, а именно в инстаграме только есть фоточки, поэтому заходите, подписывайтесь. Ссылка на инстаграм будет в описании под видео. Итак, пацаны, вот этот бизнес, в принципе, думаю, вы поняли. Он до сих пор мой, он не слетел еще, все хорошо. Ладно, я раскрываю все карты, в принципе. Итак, продуктов нету, как я и сказал. Вот, видите, их почти нету. В бизнесе нету продуктов, все. Нема продуктов, короче, баланс 1 100 000 рублей. То есть мы за 24 часа заработали 1 100 000 рублей и потратили на это 20 000 продуктов, пацаны. То есть, ну, это на самом деле не выгода, потому что я на продукты, чтобы завести, потратил где-то около тоже 1 000 000, в принципе. Потому что у меня продукты по 75 рублей. Я покупал продукты по 70 и продавал уже себе за 75 рублей. Как бы немножко не выгода, пацаны. А так я всего лишь вернул свои деньги, которые я потратил на это видео. Что я еще хочу вам рассказать? Я хочу вам сказать то, что всем рекомендую вступать к нам в семью, потому что мы купили просто все улучшения. То есть я сейчас реально стараюсь максимально, чтобы в Фоме было все хорошо. Я слежу за порядком, заправляю там машины и так далее. Как бы я ваучер уже потратил, мы уже потихонечку копим ваучеры. У нас было там 100 ваучеров, и мы уже обогнали некоторые фамы. То есть мы реально очень быстро фармим ваучеры. Поэтому всем рекомендую идти к нам в семью. Вот улучшения, пацаны, просто купил все улучшения. Все зеленое, у нас хороший автопарк. Парк, у нас хороший, в принципе, коллектив, много заместителей, которые следят за порядком, то есть у нас в Фоме вам будет реально очень комфортно. Давайте я вам покажу людей, которые могут воспринять семью. Вот в эти люди, у которых 4-й ранг, они вас могут принять семью, поэтому можете к ним обращаться, либо просто можете обращаться ко мне. Вы скажете, а какой вообще был смысл ролика, то есть в чем заключался весь смысл? Я вам говорил то, что я снимал подобное видео, я тоже делал эксперимент, я на Рублевке Южного ставил цены максимально большие, то есть там плюс 80 получается. И я тогда смотрел, сколько я заработаю. Тогда я заработал что-то около лям 200, по-моему, если я не ошибаюсь. И я решил в этом видосе сделать наоборот. Я поставил самые маленькие цены и хотел посмотреть, сколько я заработаю. И хотел еще посмотреть, как быстро идут продукты. То есть, пацаны, это чистый был такой эксперимент. Возможно, кому-то он был полезен, потому что я думаю, у кого-то из вас по-любому есть бизнес, и вам было интересно, типа, как это работает. То есть, в любом случае, я вот поставил самые низкие цены, и все равно я вернул свои бабки, то есть я не ушел в минус. Я, пацаны, всегда стараюсь снимать необычные видосы, интересные. Я надеюсь, то, что у меня это неплохо получается. Поэтому я уверен, то, что люди вчера здесь очень были довольны, то, что такие низкие цены. Но, пацаны, цены придется все-таки поменять обратно, да. Я вот такая скотина, который чисто для видоса цены низкие поставил, и сейчас я обратно поставлю цены, в принципе, которые и были. Но они будут не очень, в принципе, большие, я думаю. Я вернул цены, которые были у меня изначально. То есть вот такие вот цены у меня были всегда. Можете, в принципе, закупаться, потому что все равно, пацаны, цены как бы небольшие. Как бы 10 000 за броник, мне кажется, это вообще очень дешево, потому что, повторюсь, в том же Батырево бронежилет стоит 20 000, пацаны. Поэтому я вам всем советую закупаться именно у меня в бизнесе в городе Арзамас. А для тех, кто хочет, пацаны, сэкономить, я вам покажу сейчас еще один бизнес. Это бизнес моего знакомого, моего заместителя в семье. Да, вот 15-й, пацаны, бизнес, короче. Лепчик Адигамов держит этот бизнес. Какой, пацаны, вообще профит вам здесь закупаться? Сейчас, получается, сделали монополию, то есть сейчас подняли очень жестко цены в бизнесах. То есть ремки в бизнесах в 24/7 сейчас стоят по
5500 за одну ремку, понимаете? Глебчик как бы свой пацан, у него стоят очень низкие цены, поэтому можете приезжать к нему и закупаться. Это чисто вам мой совет, чтобы сэкономить деньги. Бизнес находится еще в Гореле, то есть недалеко от Анашана, поэтому всем советую здесь закупаться, потому что ну реально цены очень дешевые, то есть я сам здесь буду закупаться постоянно, потому что даже на той же Рублевке ремки стоят по 5500. То есть я вам советую закупаться именно здесь, чтобы сэкономить деньги. На этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.